Знаменитый ледник Перита Морена, который находится в аргентинской части Патагонии, вновь проиграл схватку с водами озера Лага Аргентина. Под их напором часть ледника обрушилась. Этого природного феномена ждут несколько лет. Периодически Перита Морена наступает на озеро, пока не упрется в противоположный берег. Таким образом вырастает естественная ледовая дамба. Она разделяет Лага Аргентина на две части. В одной из них вода лишается стока. В итоге она может подняться на 30 метров выше изначального уровня. Создается очень мощное давление, и вода ломает ледник. Это зрелище каждый раз привлекает тысячи туристов. После этого ледовая плотина вновь начнет нарастать. Но предсказать, когда случится следующий прорыв, невозможно. Цикл может повторяться раз в год, а может и раз в десятилетие. Предыдущий прорыв дамбы наблюдали в 2016, а до того – в марте 2012. В 2008 году это явление произошло не в марте, как обычно, а в июле. В это время в южном полушарии стоит зима. Ледник Перита Морена находится в национальном парке Лос-Гласьярос. Он один из трех наступающих ледников Патагонии. Ширина его языка 5 километров, высота над водой 60 метров.